К лучшим афортам 1630-х годов относится также «Смерть Марии», 1639 год, композиция, полная большого чувства скорби, предвосхищающая по силе эмоционального воздействия более поздние грандиозные работы мастера. Нам кажется, что мы только что неслышно вошли в просторную и высокую спальню. В центре ее, в нескольких шагах от нас, слева от оси изображения, установлена на двухступенчатом цоколе торжественно убранная постель под высоким вздувающимся балдахином. На ней лежит головой налево, прикрытая легким одеялом, Богоматерь Мария. Она умирает. За постелью, в центре афорта, и перед ней, у левого края изображения, собралось до двух десятков людей. Это апостолы, ученики, домочадцы, подруги, врач. Большинство из них почти театральными жестами выражает свое горе и отчаяние. Этому же впечатлению способствует и пышная обстановка спальни, вернее зала, окна которого на уходящей глубину справа стене задернуты высокими и тяжелыми темными занавесями. И красивые, и не очень естественные позы и жесты женщин справа от постели, уже не сдерживающих стонов и рыданий, и их великолепные одежды. Между ними и занавесями в торжественной скорбной позе замер, распростерши руки, весь озаренный светом, юный апостол Иоанн. Загадочные лица собрались слева от умирающей, перед ее постелью. Некто, похожий на великого раввина в фантастическом роскошном костюме с узорчатым поясом, увенчанный митрой, высокое головное украшение священника, стоит у изголовья, сложив на животе опущенные руки. Перед ним изображенный левее и ниже его мальчик из церковного хора, на конце которого качается крест. А ближе всего стоит большой стол, срезанный левым краем афорта. Перед ним, спиной к нам, уселся в кресле кто-то в богатой восточной одежде и чалме, положил на стол фантастическую по размерам раскрытую книгу и принялся читать ее вслух. По мере продолжения этого таинственного чтения листы книги стали закручиваться клубками. Вот он замолчал и оглянулся на Марию, и в этот момент она испустила последний вздох. Потолок разверся под стопами бесплотных ангелов, летающих в смутно спускающемся облаке туда и сюда, склоняющихся к умирающей и поклоняющихся ей. Фигуры людей выполнены очень тщательно, ангелы и облака только намечены, но то, что у другого художника могло бы показаться небрежностью, у Рембрандта служит средством для выражения сверхъестественного, настолько светлого, что оно становится недоступным человеческому глазу, в отличие от всего остального, земного и столь знакомого. И так многое в этой гравюре фантастично, но центральная группа с умирающей, стоящим справа за постелью старым апостолом Петром, поправляющим ей подушку, выделяется удивительной простотой и интимностью. Голова Марии безжизненно лежит на подушке, руки тяжело упали на одеяло. Апостол пытается удержать угасающую жизнь, приподнимая подушку левой рукой, а правой давая Марии нюхать налитое в платок лекарство. Справа от него врач в чалме, задумчиво опустив руку, старается узнать по пульсу, есть ли жизнь в распластавшемся перед ним теле. Эта естественность и человечность свидетелей последних мгновений Богоматери раскрывает тему смерти в ее неизбежности, каждодневной повторяемости и, в конце концов, закономерности. Потому-то эмоциональное настроение людей у постели не бурное отчаяние,
а углубленная печаль, незаломленные от горя руки, а безмолвное сочувствие, что только оттеняется помпезностью и театральностью окружающего. И в этой двойственности смерти Марии как нельзя лучше замечен сдвиг в мировоззрении Рембрандта, расширение и углубление философского начала его искусства, а одновременно с этим большая сдержанность и простота художественных средств. Thank you.